Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Фокс, Госдума, Додик, Крошка-крошка и Тучка, Гусанёк, Сильвер, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Вот и дождались, сегодня у нас будет прятки в офигенной карте, мы внутри организма человека. Есть 5 кушать и приятного аппетита, а мы начинаем искать. Так, я помню эту карту, я знаю, что если пойти в левую часть, мы попадем в мозги. Я думаю, что кто-то догадается запрятаться в мозги. Мы все не там, получается, да, войти. А что, там можно заныкаться, что ли? Естественно, если залететь. Максим, а, да? А ты где, Максим? Ты что, я пошутил? Вот ты брехло. Я в организме. Да, я тоже, кстати. Кстати, Дима, тебе кто-то говорил, что ты в глаза долбишься? А там кто-то был, я пропустил, да? Да. Да потому что не увидел. В глаза долбишься. Это ты такой. Он в легких. Ой, тут вонище какое-то. Это вейпер. Он вейпер. Это точно. Какой-то жесткий вейпер. Ты что, не видишь, что тут дышать не мачем? Прям извини. Димас сейчас в правом легком. Вау. Точно? Да, именно в правом. Дима, прикинь, тут есть, оказывается, два легких. Прикинь. Неудивительно, да, если он был бы с одним. А у него зато почек нету. А чё тут никто не запрятался? Вот почему? Потому что здесь очевидно. Так, это, Дима, ты где уже? Что там за холодильники летает по кишкам? Это я. А чё я вернулся, а чё я назад? Так, стоп, стоп, сюда. Так я ж был в носу. Теперь ты в рот. Да вы что, дурачки, да что вы мне советуете? Полетел. Стоп, 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 я кое-что здесь пропустил. Будет прикольно, если он никого не найдет. Реально. Зря ты так думаешь. Так, я Димасов живу, а вот он. Димас очень хороший конкурент. А где Дима? Раз Дима, он в желудке. Ага. Он купается. Вонище. Зря вы на меня так думаете, я сейчас начну мочить вас всех. А не найдешь никого. А это когда будет? Скажи, пожалуйста. Ну вот на днях. Через 10 лет. На днях, значит, я еще не сходил. Да я убью, не верьте, ой, верьте мне. А ведь реально еще, Дима уже сколько ходит по карте, еще даже одного не убил, никого. Так потому что вы запрятались сильно хорошо. Кстати, он мог одного человека убить. О, он пришел. А вы по всей карте запрятались или только в организме? Это какой-то проб. Это глобус, а я думал, это хватит. Да, это я. Хорош. Так. Так, Дима, не понял. Вот он и Дима. А, мне ТП хнуло. А, в нос? Тихо, да. Тихо. Да. Куда он улетел? Пора мочить вас по красоте. Подождите, наводку, где Димас? Он улетел с носа куда-то, в стену. А зачем улетел? Есть контакт! Есть. Ну, подожди, где? Фокс, где он, скажи? Красивая нычка. В сердце. А, в сердце летим, сердце, быстро. Сердце. Нет, блин, я... Есть! Один. Второй контакт! Мощная нычка, ребята, ну я психанул. Это вам показал самый последний левел своих умений искать людей. Димас сейчас всех... А как бы я вас нашел? Вот согласись, а как мне это сделать? Не подлететь? Вы сюда когда ныкались, вы залетали сюда или ногами зашли? Мы летели. Я залетел, то как заныкались, так и нашел. Честно, Дима, у нас это вопрос, точнее у меня. Так. Ну ты реально слепой. Реально, кстати. О, офигеть! Где? А где он вас нашел? Подожди. Мы в зубах были. Подожди, в зубах? Да. В зубах. А, мне нравится, как ты говоришь мне эти слова, и в это время я тебе мочу. Это было... Это было эпически. Максим, как тебе твои слова? Засунь себе, знаешь, куда их? Да иди ты в баню. Красиво замочил тебя. Это было сильно. Так, пацаны, перекличка. Кого не нашли? Меня. И троих. Тучка, не надейся, я сейчас аниматор. Троих. Так, давай, кто со мной идет? Максим, пошли вместе искать, где ты? Вот он я, Бонни. Все, погнали, я тоже Бонни. Короче, полетели в нос. Ты что, по всему организму летаешь, всех убиваешь? Дима, давай, вон туда по прямой. Я не думал, что Дима меня найдет. Да блин, хотел, ладно, думал про прыгать. Я выиграл. Красиво, серьезно, красиво. А я как бы заметил краешком глаза, но потом понял, что мне показалось. А мне нет, не показалось. Пацаны, я выиграл? Там даже видно было чуть-чуть никнейм, ну ладно. А я хз, кстати, где Санек? Я специально ему жизнь продлил. Так, куда Санек, летим дальше? Вам подсказку, да? Вам подсказку? Не надо, мы тебя сами найдем. Подожди. Подождите-ка. У меня есть предположение, где он? Ну-ка.
Ну-ка. Может быть. Нет, я не там, где вы думаете. Нет, так не надо вообще ничего говорить. Ну окей, не буду. Подожди-ка. Вот он! А где он был? Он был, короче, вот ты спускаешься с печени и в воде. А-а-а. Ты там, Дима, вообще не был, даже в печени. Да, я не зашел туда. Но это я оставил на потом, я сюда полетел бы в любом случае. Ну... Кстати... я понял, тут лужа зеленая, да, такая? А все погибли. Раунд номер два. Максим начинает искать. Сейчас так. Пусть попробует, как оно искать по такой большой здоровенной карте. Вроде кажется, она маленькая. Когда начинаете искать, очень сложно. Блин, ну не скажи, что ты еще кого-то там сейчас найдешь. Я угорну. Максим, я там носу, короче, иди ищи. Погоди, ладно, тут нет никого. Никого, хорошо. Да? Такс. Что там, жирная жопа металлическая не залазит? Да я это... Да? Встань. Блин. Ищи внимательней. Да ты что, у меня глаз как у орла слепого. У одного-ногого. Так, хорошо. О, блин, я тебя вижу через всю карту, это очень круто. Сейчас, если... Я угорну, если, короче, Максим этот, как его, тоже, как Дима, сначала обследует карту, а потом как разозлится. Не-не-не, у него нет такого навыка, как у меня. У тебя это называется этот навык ярость? Это называется навык максимальный интеллект. Когда я начал искать таких местах, где бы никогда не начал искать. Вот на этом и расчет. Это был навык борщика. Так. Где здесь хитрый Димас? Блин, откуда ты знаешь, что я здесь, алло? Да я знаю, у тебя это профессиональная актерская игра там. Когда-то была. А, вот так, да, ты со мной заговорил? Хорошо, хорошо. Ладно, хорошо, тут... Точно меня нет? Ты уверен? 99%, что тут никого нет. Ну хорошо, просто мне скучно сидеть. Ладно, полетели. Так вот ты сейчас летишь. Да. А нет, нет. Он в сердце. А, он в сердце, понял. Сейчас между зубами. Так. А здесь сердце не могу найти. Он бессердечный, как Дима. Где ты его нашел? Он в сердце внутри спрятался, над ним спрятался. Да блин, я хотел сделать вид, что я типа не знаю. Ты убил и тучку? Да. Молодчик. Мы что, где-то не расслаблялся? Так. Я знаю, где кого искать. Давайте здесь хорошо поищем. Ну давай. Вот тут по-любому кто-то сидит. Сейчас, пацаны. Надо очень внимательно быть. Очень. Я кирпич. Бам! Да блин, я его хотел убить. Ну не смог. Мне очко. Тебе минус очко. Ого. Так, другое легкое, быстрее, пока никто не опередил. Другое легкое чистое. Лёв, задохнёшься, не надо, аккуратно. Где это легкое чистое? Ты чё? Я там убил. Без дихлофоса, ой, без противогаза не можешь находиться. Там капец, как на вейпе, я в шоке. Это Максим. Это жестоко. Нет, мы сюда не идем. А, нет, мы идем сюда, да. Я знаю, где их искать, пацаны. Подожди. Какой жопе? Дима. Казалось. Вот тут сто пудов кто-то ныкается. Не знаю почему, но у меня такое ощущение есть. Плохое у тебя ощущение? Вот так, да, ты заговорил? Ну хорошо. Вот так вот я с тобой забазарил. У него язвы тут в язвах. Ну больной человек, ну что ты? Я буду орать, если я снова второй раз выиграю. Не кричи. Этого не может быть. Максим, ты что, найти никого не можешь? Дима, мы летаем вместе с тобой, я это за тобой дочищаю. Есть! А где он был? А он под куриной ляжкой сидел в желудке. Блин, я искал там и не нашел. Ты слепой, так что ты на кого хлеб крошишь? Вот так, да? Это говорит человек, который за зубами просто сидел и нюхал зубы вонючие. Это говорит человек, который я первого убил. Это говорит человек, который я тоже первого убил в первом раунде. Нет. Засунул. Да блин, ну не говори тогда, гусанька. Есть, а где он был? Он спрятался в темноте в пищеводе у легкого. А как ты увидел? Я ус увидел. Ну это же и есть прятки, заныкаться классно. Так, его мы не нашли еще. Меня. ОТВ-то выиграл. И меня еще. А, еще его не нашли. Все, пацаны, максимальный режим включаем. А через полкарту у тебя, полкарту. Еее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 еee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 
процент.
Честно. Офигеть. Я вообще не видел. Процент мозга. Видишь? А ты ж мне что говорил? Ты слепой, не видел ничего. Максим. Ты первым сдох. Офигенно, да? Он заныкался в темноте здесь. Угу. Жопа морская. Это было эпически, красавчик. А так, я... и что, ЛТВ мы еще не нашли, да? Ой, здрасте. В текстурах лечу. Блин, где-то так выше, что ли? Вот, прям здесь. Слышь, ты, крысо. Ах ты жопа. Где он был? За мозгом спрятался, вот тут, за текстурами, туда залезть нельзя. Вот а зачем ты это сделал? А ну так надо. Так это нечестно. А, ну что, значит, все победил. Все, значит, победила окончательно я. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.